Кино на ТВ-Рус. Ты такой молодец. Не каждый бы решился. Ну, спасибо. Это уж надо отметить. Че уставилась? Влюбилась, что ли? Оль, пойдем, а? Гитаристка. Совсем чокнулся своим Васей. Он к отцу приехал для того, чтобы дурака валять. Он скромный ходит. Господи, свалился он на нашу голову. Можно тебя пригласить? Че трясешься? Замерзла. Васька технику бросил, в армию ходит по контракту. Что? Беременны вы? Из одного красавца всю свою жизнь ломаешь. Мой сын порядочный мальчик. Ты воспользовалась моментом, затащила его в постель, чтобы охомутать. Вот и все. Ты просто обязана сделать аборт. Аборт? Ты не первая. Сделаешь, и никто ничего не узнает. Ребенка убьют. Орюшка, ты мое. Елена Шилова и Иван Житков в фильме «Васильки». В пятницу на ТВ-Рус.